ты, мама дорогая, о, понимаешь, вспомни это, вот, вот так, и музыка такая здесь, да, должен быть контраст, причем контраст отсюда идущий. Как бы ты ни пел, форте, пиано, если ты вот так не почувствуешь, что вдруг вспомнил, а вот как было дело, ух, лихо было, а, понимаешь, и вот тогда споешь. И сами голосовые связки все сделают, что нужно. Сыграем так.